Значит, история простая. Министр дальневосточного развития Галушко Александр Сергеевич посетил спектакли театра Горького, и здесь в кабинете мы составили с ним такой неожиданный разговор. 904 год, 905 год, 110-я годовщина со дня... Да, русско-японской войны. И не обратиться ли к такому автору и называть фамилию Валентин Пикуль. Я не был таким влюбленным в искусство Пикуля, но мне нравились «Три возраста» Акини-сан, мне нравилась «Каторга». И я вдруг взял и соединил то, что происходит сегодня там далеко на Украине. А хотите, это политическая история. Потом я соединил то, что здесь Япония и Россия. Это все так мелькало быстро в голове. Потом я подумал, что есть вещи, которые я, как человек времени прошлого столетия, продолжая искренне верить, и руководство ими. А это именно достоинство, это именно патриотизм. Не ложный, даже слово «патриотизм» не надо произносить, потому что патриотизм – это представление, это частное дело каждого человека. Оно присутствует только в его мыслях, в его размышлениях и в природе его жить именно в этом граде, Владивосток, которым я вот посвятил большую часть своей жизни. Поэтому вот это соединилось два. С одной стороны, предложение, высказанное руководителем региона. И второе – это политическое время, в котором мы сегодня пребываем. Главное, чтобы это не превратилось все, знаете, как это, в программу таких. Знаете, когда сегодня все фильмы про войну, все, значит, про революцию, все. Ребят, надо тут очень осторожно быть. А то мы переели с той свободы внешней, когда дали, и справедливо дали людям – и джаз современный, там, я не знаю, и выставки, и невиданное искусство раньше в России за занавеса железного. Супер, дай бог, навсегда. А теперь бы вот не переесть бы, вот, и очень осторожно обратиться с тем, к чему мы приближаем или возвращаем людей. Это история, это новая книга, русский язык другой, или исторические события, как они преподают, и так далее, и так далее. Нет, и мы не будем заниматься менторством, потому что ту тему, когда топят пароходы, крейсера, стреляют, убивают, и идет война, и пытают, и... мне это мало интересно. Это все прожито человеком, фамилия которого Панафидин. Это все переданными людьми, которые умеют влюбляться, которые быть счастливыми и играть в городки. Это мечмана, которые им 21-22 года, они вошли в этот флот. Меня война меньше интересует. Война – это есть результат постановки спектакля, который называется «Пикуль. Крейсера». Но война миров для меня – это рождение людей в этой войне. Поэтому ничего другого я, ни менторство, не дай бог. Тогда тебе же не верят. Как только ты начнешь декларировать мою любовь к родине, или ты начнешь, я поэтому и говорю, надо крайне тактично относиться и тем программным вещам государства российского, чтобы не вспугнуть людей. Они должны сами почувствовать, что это необходимо. Они в это поверить должны. Тогда они не будут лгать и на истории, по истории, и в жизни. Не нужно про это кричать. Но флаг свой, страну свою, город свой надо хотя бы чтить, если не любить. Мы нашли общий язык. Я влюбил не так. Я думаю, что актеры влюбили себя и меня в эту очень трудную, не политическую, не декларативную, не орущую о победах, а создающую просто правду о том, что нет ничего на свете важнее человека, ни железки. Когда в машину разбиваешь, садишься, говоришь, Господи, да все, черт с ней, с этой машиной. Черт... И всегда везде ты возвращаешься к одному, к жизни, к истокам. Это и есть главная самая религия спектакля.